Здравствуйте, друзья! Я провожу эксперимент. Ну, точнее, экскремент. Я решил попробовать снимать свои ролики по-новому. Вот я первый ролик предоставляю на ваше обозрение и вашу оценку. Посмотрите и скажите. Комментируйте, короче, мой шедевр. Расскажите недостатки. Посоветуйте, как еще извращеннее можно снимать. И я все восприму. Спасибо за внимание. А вот теперь, друзья, я предстал пред вами в совершенно другом ракурсе. Я экспериментирую. Короче, все то и свои экскременты, потому что мои эксперименты похожи на экскременты. Свои экскременты я предоставлю вам для анализа, для обсуждения и для вынесения приговора моему искусству. Это искусство Такибана. Оно образное. Так что, друзья, не расстраивайтесь, если вам не понравится. Искусство должно быть искусным. Я кнопочку ищу. По диагонали вы тоже на меня посмотрите. Вдруг я вам в диагонали понравлюсь больше, чем горизонтали, вертикали и перпендикуляре, может быть. И, короче, друзья, эксперимент – великая вещь. На экспериментах докатилась до такого состояния наша цивилизация. Представляете? Я один из них. Ну, конечно, я ничего нового, похоже, не открываю, а для себя открываю. В смысле, для вас не открываю. Вы, наверное, видели такую фигню уже. И в киноискусстве все бывало. И немое, и слепое, и разное кино. Поэтому я экспериментирую для себя, но показываю вам. Пока. Ну а это, друзья, будет для вас супер шедевр. Вы меня видите? Я вас нет. Представьте себе меня, стоящего на голове, и показывающего вам селфи. Селфи на голове. Представляете? Вот до какой степени дошла Экибана. Фу, Такибана. Друзья, ладно, первый эксперимент я вам покажу. Понравится, я вам все фильмы буду показывать в таком режиме. Спасибо за внимание. Упала. Упала. Хорошо, на дне ничего не было.